А можете сказать, почему сегодня именно Евгении Медведевой была такая почетная миссия доверена? Ну, очень просто. Выпускница нашей школы, одна из самых титулованных спортсменок. Есть еще Алина занята, есть там Лепницкая, есть Михалин, там четырехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр, Носов, там можно перечислять и перечислять, и перечислять. Но она такой символ мужества, символ победоносности и всеобщего обаяния и любви, честно вам скажу, всей школы, всех учителей, всех тренеров, всех детей. Вот она как-то объединяет в себе всю любовь школы. И это здорово. Вам бы хотелось, чтобы Алина и Женя сегодня вместе поднимали флаг? Красивая была бы картинка, Я наверное. всегда за это. Я хотел, чтобы они вместе вели Ледниковый период. ледниковый период. И я хотел, чтобы Женя вернулась к Тутберидзе, и Женя вернулась в Тутберидзе. И вообще школа – это некоторая сказка с мечтой, которая должна осуществляться. И дети, за которых мы отвечаем, они должны всегда верить в мечту, верить в волшебство и верить, что все будет хорошо. Ренат Алексеевич, вы в последние дни говорили о том, что школа работает над возвращением некоторых своих спортсменов. Скажите, а речь в том числе и о тех, кто ушел этим летом, весной, в фигуристках? Можете? Для всех. Школа открыта всегда для всех. Это дом, и он не принадлежит никому отдельно, он принадлежит всем, и все могут прийти в свой класс, к своему классному руководителю, к своему тренеру, и могут также продолжать заниматься любым тем своим видом спорта, которым они занимались. Это абсолютно правильно, это абсолютно здорово. Не должно быть шлейфа, знаете, это мое, это твое, а ты ушел, а зачем пришел обратно? Все должны дружить, все должны любить друг друга. Последнее буквально. Тут турнир по фигурному катанию будет сегодня-завтра. Поедете ли вы в него? Там сын Плющенко, например, будет выступать. Такие интересные личности довольно. Мне интересно, смотрите, я периодически езжу, когда меня приглашают. Вот. И я очень дружу с Федерацией фигурного катания. Это замечательные, умные, грамотные люди, которые мы друг друга очень сильно понимаем. Вот в этом отношении по взаимопониманию спортсменов друг другом и по взаимопониманию тренерского состава то же самое. И я думаю, у нас такая мощная гвардия тренеров, если их всех собрать вместе, представляете, какая мощь во всей стране нашей будет и какая сила противопоставляться будет остальному спортивному миру, то, что и чем обусловлен спорт. В этом и есть смысл спорта, чтобы побеждать, радоваться, приносить медали, очки своей стране, радоваться всей страной за наших талантливых детей, ребят, спортсменов. И в этом и есть радость спорта. Чем Алина занята, скажете? Съемки у нее? Съемки, да? Да, у нее съемки, она занимается сейчас ледниковым периодом. Дай бог ей счастья, здоровья. Ну и и она молодец, она умница, она не вступает ни в какие распри, коалиции, не портит ни с кем отношения. Она хороший, добрый человек. Наверное, что смогла, сделала, она на первом этапе своего жизненного пути сделала. Захочет сделать еще, наверное, сможет сделать. Не захочет — счастья в жизни. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.